Булгур в сливочном соусе – это очень вкусное и сытное блюдо, которое отлично разнообразит ваш повседневный рацион. Берите на заметку рецепт. Для приготовления булгура в сливочном соусе понадобятся простые и доступные продукты. Готовится такое блюдо очень просто, поэтому с ним справится даже неопытная хозяйка. Сливки нужно взять не жирные, а сыр лучше использовать гладкий и маслянистый, потому что он быстро и хорошо плавится. Булгур в сливочном соусе – это блюдо, в котором все ингредиенты идеально сочетаются между собой и делают его вкус незабываемым. Если хотите порадовать своих близких чем-то оригинальным, вкусным и сытным одновременно, этот рецепт вам подойдет. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Грибы хорошо помойте под проточной водой, нарежьте и выложите на хорошо разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла. Как только грибы дадут сок, посолите их и обжарьте до золотистого цвета. Булгур отварите до готовности и добавьте сливочное масло. Подписавшимся, больше вкусностей. К грибам влейте сливки и доведите все до кипения. Добавьте мелко тертый сыр и хорошо все перемешайте до того, пока сыр не расплавится. Булгур выложите к сливочному соусу и хорошо перемешайте. Булгур в сливочном соусе готов, приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Булгур – 100 грамм, шампиньоны – 300 грамм, сливки – 100 миллилитров, 10% жирности, сыр – 80 грамм, масло растительное – 2 столовые ложки, соль 1 чайная ложка, сливочное масло 15 грамм, количество порций 3. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Друзья, до новых встреч!